Всем привет! Решила поехать на кладбище к своим родным, где похоронены отец и сестра. И заодно сниму видео коротенькое, чтобы вы могли посмотреть наше американское кладбище. С левой и с правой стороны, вот это где зеленая травка, там уже могилы, захоронения, просто плитка и надпись. Когда я поближе подъеду, то покажу вам, какие там плиты и памятники. Большинство американцев просто ставят плиты такие вот, но русские у нас заказывают очень дорогие памятники. Вот я уже подъехала, посмотрите, вот это вот на полу. Это уже плиты, они очень дешево стоят. Надпись там, и все, и ровно. Посмотрите. А вот это уже памятники, это уже русские, вьетнамцы тоже ставят такие памятники, заказывают. Они очень дорогие, конечно. Здесь много русских похоронено. Есть и молодые, есть и пожилые. Вот это свежая могила, только похоронена. Каждый старается прийти и ухаживать за могилой своей. Вот посмотрите, вот это вот место еще. Свежая травка зеленая. Вот это отец уже мой и моя сестра. Сестра не дожила до 50 лет. И там вдалеке тоже. Я уже туда не пойду. Точно такие памятники. Все красиво, аккуратно сделано здесь. Следят за чистотой. И вот такие деревья. Посмотрите, какая красота. Деревья цветущие по всей аллее. А сзади там уже дома жилые. Я бы не жила возле кладбища. А там машины стоят, похоже, кого-то хоронят. Это я уже подъехала к стене, где хоронят только прах. Значит, сжигают. Сжигают мертвое тело. И в урну там таким образом и хоронят. Потому что так дешево. Я вот выезжаю уже с кладбища. И вот посмотрите, с левой стороны уже, это на территории кладбища, с левой стороны жилые дома. Посмотрите, какие они красивые и как люди живут. Для меня это очень прям дико. Я бы в жизни бы не жила возле кладбища. Все красиво, все ухожено, посмотрите, это вообще удивительно. Всем спасибо за просмотр, я уже выезжаю на дорогу, до свидания.